вами ринковий обозріватель. Нагадаю, у нас в гостях пан Олег Жданов. Ми говорили про міжнародні новини. І ось ще одна важлива міжнародна новина. Власне, скажімо так, новий крок, можливо, зроблений Сполученими Штатами Америки в напрямку або вирішення, або все ж таки демонстрації сили, ось якраз в ситуації з корейською кризою. Нагадаю, США закликали всі країни світу перервати будь-які зв'язки з КНДР, зокрема зупинити торгівлю, вислати північнокорейських робітників, і при цьому прозвучала погроза про знищення агресивного режиму в Північній Кореї. А власне таку позицію, такі тези виклала в Сполучених Штатів представник при ООН Нікі Хейлі. І ось вона, в принципі, сказала: ми закликаємо всі країни перервати всі зв'язки з КНДР на додаток до імплементації всіх санкцій ООН. Вже відомо, що, ну, принаймні російські джерела заявляють, що КНДР в свою чергу заявила, що вона готова йти на перемовини, але її потрібно визнати ядерною країною з всіми відповідними наслідками, і ще деякі нюанси, на які вряд чи підуть Сполучені Штати Америки, багато хто каже. Про що це свідчить, які наслідки будуть ось в таких кроків, на ваш погляд? Ну, смотрите, противостояние в Северной Корее дошло до своего апогея. Уже выше, дальше вооруженный конфликт. Дальше давить некуда. Северная Корея отключена от Свифта. Против Северной Кореи введены там куча санкций. Но эти все санкции нивелируются тем, что Российская Федерация фактически содержит Северную Корею на сегодняшний день. В частности, ее армию. И за счет Северной Кореи, кстати, если проанализировать все пуски ракет, которые были сделаны в Северной Корее за последний год, то за счет Северной Кореи, скажу так, что, скорее всего, Российская Федерация испытывает ракету средней дальности. То, чего на сегодняшний день не должно существовать согласно международных договоров. Они готовят, я так понимаю, сюрприз. Никто на сегодняшний день не признает официального расширения клуба ядерных держав. Поэтому у Соединенных Штатов остаются, вот это, будем так говорить, это последний козырь в данной игре. Следующий козырь – это спецоперация или вооруженное столкновение. Пане Олеже, ще один важливий момент в цьому плані. Ви сказали, що за цим всім, в принципі, стоїть Росія, за тим, що відбувається в Пхеньяні. А відповідно, чи можна очікувати, що Росія матиме також наслідки не тільки по Криму, Донбасу, там ще ряду питань, а також в тому числі піднімуть питання і зв'язків з Північною Кореєю, і, можливо, якісь санкції введуть в цьому напрямку? Против России самой? Так, против России. Да, вполне возможно. Я думаю, что вот этот пакет санкций, который сейчас вступает в силу в январе месяце, он будет, ну, это будет как следующий этап. И насколько я знаю, из даже средств массовой информации Соединенных Штатов, они готовят еще один законопроект по пакету санкций против России. Уже санкции секторальные на сегодняшний день. Но, к сожалению, Россия самодостаточная страна в том плане, что даже если они опустят железный занавес, как это было в Советском Союзе, то они там могут вариться за этим занавесом еще лет 100. Вот на это и рассчитывает руководство страны, на это и идет вся идеология. Они создают образ врага вокруг, что Россия одна против всего мира, все кругом враги, и за счет этого консолидируют общество, и за счет этого они постараются, вот новая программа, кстати, оборонзаказа, это толчок для экономики, они внутри самой себя будут производить вооружение, голые боссы, но страна должна быть с танками и автоматами. И вот это противостояние будет вызывать дополнительные санкции не только от Соединенных Штатов, но и Европы. Европа, к счастью, вот то, что была незаконная аннексия Крыма, да, если бы Крым завис в воздухе, как Донбасс, то тогда еще неизвестно были бы сегодня санкции против России. А так как Крым они включили в состав Российской Федерации, то это передел территории после Второй мировой войны. Та же Германия, которая бы лоббирует интересы России в Европе, она не может согласиться с изменением границ. У них у самих там Бавария может поднять голову и вспомнить, что они все-таки отдельное королевство в составе федерального образования. Вот. Поэтому санкции будут против Российской Федерации, но и будут силовые решения вопроса, вот как, допустим, в Сирии. В Сирии Россия уже говорит: мы выполнили миссию, мы, наверное, будем уходить, потому что их там зажали капитально. Их там зажал Израиль, Судан, Саудовская Аравия, Турция зажала, и они понимают, что дальнейшая эскалация или пребывание в Сирии на сегодняшний день... Сейчас уже Асад мешает всем, вот перечисленным странам. То же самое в Украине, да, у нас. Они фактически пойти на эскалацию они не могут.
Они сегодня дали задний ход по миротворцам. Это фактически Россия еще раз показала свои реальные намерения в отношении Донбасса. Как сказал Уолкер, скорее всего, во второй вариант будут создавать что-то наподобие Приднестровья, понимая, что их решение не проходит. То же самое будет с Северной Кореей. Либо это будет стопроцентная изоляция со всего мира, включая Российскую Федерацию, со стороны, точнее, всего мира, включая Российскую Федерацию, для Северной Кореи, либо все-таки где-то вот градус закипит до предела и будет военная операция по разрешению этого конфликта. Сбоку с Сполученными Штатами. Да, вполне возможно. Пане Олеже, у нас невеличка пауза, після якої ми повертаємось до обговорення важливих новин. Дякую.